Добрый день. Приехали вот к самому дорогому отелю в мире. Отель Парус. Вот сейчас я его сниму. Расположен он в Дубае. 280 метров от моря. Мост к нему ведет вход. Ну и выход. Единственный, как можно попасть через мост. И вот. Ну или наверху на крыше вертолетная площадка расположена. Все номера супер люкс, двухэтажные. Стоит ночь самая дешевая от 1500 долларов. Покушать сколько стоит? Покушать. Есть коктейль типа от 17 тысяч долларов поесть, попить. Тебе предоставлен. Говорят, тебе предоставлен дворец и личный, который сидит постоянно у твоего номера. И ты можешь посылать его хоть куда. Сходи за пивком, сходи за едой. Хочешь из пустыни песка, скажи ему, принеси мне песок из пустыни. Он сядет на такси и помчится, принесет тебе все полностью в своем распоряжении. Тут вот рядом что-то еще, отель «Волна» был. Тут какие-то фонтаны, водопады, под водопады сделаны. Вот тут рядом, говорю, отель «Волна» мы проехали, который был построен раньше «Парус». В нем собственный супер-все аквапарк. Вот тут торчит немного. Все еще строят, строят и строят. Дубай, конечно, очень красиво. Дубаи, правильно. Туристы прибывают. Интересно, мне постояльцы посмотреть, кто тут живет. Покажите. Постояльцы. Не знаю. Ладно, сейчас поедем дальше. Смотреть достопримечательности Дубая.